сотворище благих и жизнеподателю, прийди вселись в ныне, очистенные от всяких скверны. Господи, помилуй! В сочельник в храме благоверных князей Петра и Февронии в Подрезково собрались десятки прихожан. Там свершилась божественная литургия. Рождество для любого православного человека – это один из самых главных праздников, которые мы отмечаем, празднуем. И поэтому прийти на эту службу, конечно, это дорогого стоит, потому что это в первую очередь такой порыв души и необходимость, без которой жить в современном мире очень тяжело. Литургия длилась больше 2 часов. К Рождеству Христову храм украсили еловыми ветками и гирляндами. Для меня это праздник, действительно праздник. И потому, мне кажется, что современный человек, он очень много упускает, живя без Бога. И поэтому, мне кажется, нужно каждому человеку приходить в храм. Хотя бы на такие большие праздники, как вот Рождество, Крещение. Утром жители городского округа смогли отметить праздник в хороводе с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также поучаствовать в конкурсах и подвижных играх в парках и скверах. Развлекательные программы под названием «Рождественское чудо» провели артисты ДК «Родина» и ДК «Контакт». Дети рассказывали сказочным персонажам новогодние стихи и получали сладкие подарки. Мы не пропускаем ни один праздник. Мы этого времени ждем. Весь день ждем. Папа, елка, елка, елка. И вот приходим, веселимся. Правда, мы очень стесняемся Деда Мороза и Снегурочку. Но уже сегодня мы участвуем. Очень здорово, ребята молодцы. Ну, этот вообще очень понравился. Дед Мороз у вас огонь. Здорово. Вам понравилось? Да. Молодцы. Еще и подарки, да, получили? Да. Дедушка такой красивый, Снегурочка. Правда, здорово. Это прям новогоднее чудо. Мы не ожидали, вышли просто на площадке погулять. Это такой праздник. Это здорово. Тем же вечером во Дворце культуры «Родина» можно было насладиться постановкой балета «Щелкунчик». Ну, спектакль «Щелкунчик» самый такой сказочный, самый детский, самый праздничный, в ожидании чуда, в ожидании каких-то подарков. И, естественно, всегда приносит ощущение какого-то волшебства в новом году. Ну, мне кажется, что в нынешних обстоятельствах, в этом году, нам особенно не хватает такого ощущения. В своем новогоднем представлении артисты постарались раскрыть тайну Деда Мороза.